Привет, друзья! Добро пожаловать на самый жаркий канал. Наступило время самых коротких банных ништяков. И мне сегодня поможет Сергей Геннадьевич Шмырин, генеральный директор компании «Теплов и Сухов», который выпускает дымоходы. Но тема сегодня про банные печки из нержавеющей стали. Сергей Геннадьевич, вот ты выпускаешь дымоходы любой из практически любой марки стали. 430, 439, 316, 321, 310. 404. Да. Но разговор сегодня именно про банные печи, потому что когда человек выбирает себе печь из нержавейки, у него возникает совершенно справедливый вопрос, какую нержавейку предпочесть. Если мы не рассматриваем 409-ю, а берем 430-ю и 439-ю, это практически идентичные стали. Но, насколько я знаю, у тебя есть твое видение, из какой все-таки стали лучше всего получаются банные печи и почему? Марат, исходя из моего опыта обработки металла, я считаю следующим образом. Чем больше возможностей имеется качественно обработать металл, тем качественный продукт может получиться. Плюс к тому, все-таки, чем больше толщина стали, тем вот последующие напряжения после сварки, они, конечно, в большей степени играют роль, чем в дымоходах, потому что в дымоходах больше тонколистовый металл. И исходя из опыта, я бы все-таки предпочел, или предполагаю, что качество выше будет у 439 стали. А почему? Потому что, по сути дела, температурный предел, но температура окалеобразования у них идентичная. Содержание хрома идентичное, разделяются только в том, что в 439 есть титан. И то! И необий! И необий! И то всего лишь 0,4%. Чем же тогда получается лучше для банных печей вот эти 0,4%? Ну, чем качественнее можно обработать металл, то есть согнуть, сварить. Ведь в процессе сварки, например, дымоходов, у нас аргон подается с двух сторон. А в сварке печей... С одной. Значит, с внутренней стороны шва... Окисление. Окисление будет. И разрушение кристаллической решетки. Это слабое место будет. Ага. Чем толще металл, тем больше напряжение. А если с двух сторон проварить? Не всегда есть такая возможность, далеко. Сама технология, если подается газ здесь, очень сложно подать в печи с двух сторон. Одновременно. А не если потом еще шовчик проварить? Ну тогда с другой будет. Вот и все. Все очень просто. Все очень просто, да. И еще один вопрос, наверное, тоже принципиальный. Вот если мы рассматриваем банную печь. Понятно, что дымоходы нужно варить встык. Это не обсуждается. Банные печи внахлёст можно варить? Будет ли это лучше? Да. Однозначно. Да. Жесткость будет. И на твой взгляд, 439-я сталь это наиболее оптимальный вариант, да, для печи? Да. Ведь, например, тут добавка титана или ниобия, она предотвращает вот эту сквозную коррозию, межкристаллическую коррозию. И при этом, когда мы металл на металл складываем, здесь, по сути дела, происходит усиление. Да. Да. Если мы берем там четверку, это 8 мм нержавеющей стали. Локальное усиление конструкции. Ну и, наверное, последний вопрос по поводу толщины. Как ты думаешь, в бытовом применении какая должна быть толщина у стенок банной печи? Банной печи? Да. Производители дымоходов, да, спрашиваешь, да? Да, это твой взгляд. Я, может быть, он не прав, если он не прав, пишите в комментах. Кашу маслом не испортить. Ну, все слышали. Все, мы закругляемся. Не забывайте подписываться на канал. Больших, коротких ништяков будет больше. Спасибо, Сергей Геннадьевич. Спасибо, Марат. Мы погнали. До свидания.